Добрый вечер. Кушать нечего, но только не у нас. Сегодня у нас на ужин вот такие овощи на сливочном масле пожаренные. А также, друзья мои, новая рыбка. Рыбка, знаете, какая? Халили и сукак. Сукак — это улица. Стоит она, халили, 250 лир килограмм, а сукак стоит 150. Еще я самон купила, и он в холодильнике у нас. Сумон 200 лир, 199. Попробуем, какая рыба, да? Впервые кушаем, но попробуем, Сашка. Вот. Вот такие вот у нас сегодня дела. Еще я купила сегодня тыкву. Потушила ее, такую тыквочку. Так моя мама тушит. Купила такие тряпочки. Смотрите, какие тряпочки красивые. Цветочные. Обалдеть. Наши зрители на Ютубе ждут, что же приготовила Светлана. Чем же она занимается? Посмотрите, какие овощи я потушила на сливочном масле. Это брокколи, морковь. Так вкусно будет с рыбкой халили. Первый раз будем, Сашка, вам пробовать. Вот такой вкусный салат. Ой, боже мой. Ну, чем не хуже в ресторане Лиман? А вот эта рыбка, не знаю, какая она на вкус. Будем пробовать. Я, кажется, соль забыла или нет, посолила. Будем кушать все с ткемали. Грузинская ткемали. Вот так, видите? Тыкву тоже полезный овощ в собственном соку. Приятного нам аппетита, в общем. Всем доброго утра, мои дорогие зрители. Мы с семьей, с другом. Куда едем, знаете? Путешествие короткое. Так что покажу вам красоты Турции, Мерсина, точнее. И вот столько у нас сумок взяли мы. Стулья, естественно, стол. Будем сегодня жарить мангал курицы. Курицу-мангал. Почему-то в Турции, когда говорят мангал, это уже ясно, что шашлыки. Ну вот я такой, видите, макияж сделала с утра. Вот. Но хотелось быть красивой сегодня. Получилось или нет? Вот наш транспорт. Тут, знаете, и француженки тоже. Вот наша команда. У некоторых такая обувь хорошая. Нам надо тоже со Шкемом такие приобрести. Смотрите, какая красота вокруг. Мой муж горит. Цинды. Холодно, друзья, похолодало. Мы же в горах. Смотрите, какая красота здесь. Этих спортсменов. Семь километров мы будем идти. Сказали, 2 часа. Ну, а потом пикник долгожданный, хотя мы так хорошо покушали. Я приготовила бюрек, эти сигара-бюрек вчера ночью. Смотрите, как интересно, что здесь. Бассейн. Может, потому что здесь редко дожди. Они собирают, так наполняют бассейн. Потом, наверное, поливают, да, огороды. Вот. Воздух, конечно, шикарный. Смотрите, какая красота. Нас 40 или 50 человек, по-моему. Ой, красотища. Ашким устал. Устал? Что? Ерундунму? Да. А я нет. Идем кушаем какие-то меви. Посмотрите. Тут, знаете, все, что... Ваш, я ваш. И тут все... Кто идет с нами, что видят, все срывают и кушают. Так смешно. Увидят вкус с фруктами какими-то, ягодами. Бегом к нему срывают. Но нас предупредили. Если вы, говорит, увидите, понемножку срываете. Это не,
килограммом не срывайте, чтобы потом продать на базаре. Так спешно предупредили нас. Мы все собираем. Вот это, кажется, ежевика. Такая вкусная, но она такая мелкая. Везде мы мемлекеты. Букадар, буюк, сиздачок. Спасибо. Юрдер мы? А. Давай. Давай. А. Тут все кушают. Это рожком. Сен я. Боже, как вкусно. Виноград. Орехи. Кто-то там яблоки сорвал. Кто-то какие-то маленькие деревья, эти фруктики. Ой, боже мой, крыжовник тут. Не крыжовник, а... Не крыжовник, а этот. Сейчас скажу вам. Шиповник. Ну, шиповник собирать. Смешно, смотрите. Все что-то собирают. Инжир кто-то нашел. Ну так люди, каждую неделю они ездят в Тупатурам. Каждую неделю. Воскресенье. В 6 возвращаемся. Мне кажется, достаточно. Всем вышли. Видите, с пакетами. Тут вина. Инжир собрали. Все что-то собирают, что-то едят. Пока за 280 лир за человека. А, вот это вот. Смотрите. Я впервые вижу такое растение, мы его съели. Оно пахнет мятой какой-то. Очень ароматно. Какая-то центр какой-то местности. Кушается, оказывается, то, что я сорвала. Мы пришли. Сколько километров прошли? Сейчас через 5 метров будет у меня... Нет, через 90 будет 7 километров. Вот наш автобус. А где мы будем, интересно, на пикнике? Наверное, нас повезут еще куда-то. Не так кажется. Зейбеклер Кюю. Вот и прошли мы наши 7 километров. Сейчас мы сядем на автобусы и поедем на место пикника. А мы со Шкымом подкалываем друг друга и говорим: выезжайте, мы дойдем туда пешком, нас только там понравилось. Ой, действительно, друзья, что могу сказать? Выбирайте для себя время, как я и вообще это раньше не делала. Цените и любите себя прежде всего. Ведь вы у себя самое на первом месте. И наполняйтесь энергией. Неделю поработали, в конце недели поезжайте, заряжайтесь энергией. Это классно. Мы уже раз определились. Смотрите, наш автобус. В таком красивом месте у нас будет пикник до 6 часов. Смотрите. Сейчас костер зажигают, чай ставят. Как интересно все. Bir tane su vardı benim yarın. Oraya mı lan? Nereye? Ya koydun içine mi yok? Все пока ждут. Просто кайфуют. Красота, друзья мои. Вот так турки любят свою родину. И себя тоже. Походили 4 часа 5. 3 часа мы ходили. И вот и все. Сейчас будут кайфовать, пить.
Танцевать все будет, смотрите. Такие тарелки принесли там. Мы пока не хотим кушать. Без еды салты сад. Тут пахнет. Aşkım neden ağlıyorsun? Üzüm daha çok yanıyor. Bu kadar ağlamıyorum ben ya. Nasıl güzel. Kalk. Красота, приходите к нам, Мерси. Умоляю, посмотрите на них. Сейчас был конкурс женщин, бегали они, кто сядет за стулья. Ну, естественно, я не села. Мне так интересно пока что как. Ну, смотрите. Мы перешли на фрукты. Ялчин Индер. Ашким сизыки сисач. Ждем, когда начнется. Ялчин Дэйс. Arkadaşlar 4 kişi oldu abi. Ya ben o adama güvendim. Как смешно сейчас будет. Какие они смешные. Голос. Ля-ля-ля-ля-ля, говорят. Границу не могут определить. Ахмет Али. Ахмет Токтен. Sen istiyor abi. Arkadaşlar bu yukarıdaki grup bir kişi fazla olacak. Ya da istemiyorsanız burayı yer değiştirin. Burası canavar mı oldu ya? Arkadaşlar şu ortadaki düğüm var ya. Bu grup olarak öbür tarafa geçiren kazanıyor. Sandalye. Ne de çiziyor? Tamam, bura 5,5 kişi oldu. Bura 5,5, bura 5,5. Ayağına sen de gidiyor. 5,5 kişi oldu. 5,5 человек. Tamam, buradaki adını ölçelim. Hangi olsun? Dur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamam, bura aynı. Arkadaşlar, centilmen... Ya aşkım, ben sana... Yerde sürüklendi, düştüğünü gördüğünüz anda bırakın. Yani zarar vermeyelim birbirimize. Dostluk kazansın. Yalnız bir ödülümüz var. Только говорит, не убивайте друг друга, говорит. Her hafta biriniz kullanırsınız. Он говорит, каждую неделю мы здесь. Aynı. Arkadaşlar, 3 deyince başlıyoruz. 1, 2, 3. Aşkım, devam. Bana bak aşkım, tamam hadi at verin. Hurra! Hurra! Это было круто!
kardeş? Ya Allah. Hadi aşkım. Ne aldı kardeş? Sen gel gel. Güzel bir aşk. Oo sana. Bu mu bizim hediye? Buruşu. Çok kardeş. Seçimimizi yaptık. Ayrı olsun. Ben siyah istemiyorum kocaman. Beyaz mı istiyorsun? Ne? Evet. Ne verdiyse o. Мы собираемся. Видите, как мы собираем наши вещи. И вот собачка, которую мы накормили от пуза. Такая хорошая. Такая хорошая. Столько косточек сегодня ей досталось. Иди туда. Иди туда. Там у тебя ждут косточки. Бонусы. Бонусы. Друзья мои, так классно мы провели время. Смотрите, какая она сладкая. Боится. Привет, мамаша, видно. Столько косточек оставили мы все. Смотрите, как классно здесь вот этот мусор. Какие они молодцы. Собирают все. То, что у нас мы оставили после себя, вот такое количество людей, собирают мусор и где-то оставляют. Смотрите, как классно. Мне очень понравилась эта группа. Может быть, мы и примкнем к ней и в следующее воскресенье. Ну, не знаю, как сложится ситуация, но мне очень понравилось. Я об этом мечтала. Мечтала я с мужем. Смотрите, сколько нас много. Такие все красивые женщины, мужчины, француженки. Вот эта француженка стоит. Вот это вот тоже француженка в зеленой этой. Очень все нравится. Складываем наши чемоданы и едем.